Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Размозги Плей. Мы с тобой продолжаем проходить ДК, я сейчас сделаю вставку. Первая вставка, мы давай поговорим еще раз, попробуем другой вопрос задать. Мама, это ты? Да. Обманщик. А, то есть мы тогда верные ответы взяли. Мама, это ты? Кто ты такой, черт возьми? Смотри, какой засранец. Чуть что двери закрывает. А, нет, я не твоя мама. Бла-бла-бла-бла-бла, это мы все видели. А, что это такое? Понятно. Короче, ничего интересного, мы просто, получается, должны были отвечать, как отвечали. Если промолчать, я так полагаю, тоже просто дверь закроется и все. Сейчас попробуем. Надо же все варианты испробовать. Да. Вот, и еще я как раз попытаюсь найти все монетки все-таки. В этот раз... Ну, как бы, пока буду ходить без интернета, везде все высматривать. А там, если не получится, то уже посмотрим где-нибудь. Хочется собрать, посмотреть, что там дается. Так, кто ты? Твой новый лучший друг. И уже закрыто. Во-первых, непонятно, куда бабочка делась. Как бы она здесь была, она исчезла. Вот. И с медведем. Я так и не понял, что можно вообще... Можно ли что-то сделать с медведем? Вот. И, короче, час я здесь уже, наверное, лазю. Час или полчаса, я не знаю. Ну, где-то минут 40, короче, лазю. Ищу тут все уже, обошел, все обтыкался. И вот, в самом начале, оказывается. Даже можно в конце ее забрать, вот когда мы вот тут оказываемся. Вот здесь вот. Смотрим на эту дверь, мы просто разворачиваемся. Сюда. И вот она, пятая монетка. Нумизмат, вот так вот все легко и просто оказалось. Как-то так. Всем привет, друзья, с вами Стасянчик, это канал Разумовский Плей. И мы с тобой продолжаем проходить ДК Эдемар. Вроде как она так называется. Сейчас я тут кое-что проверю сразу, чтобы наверняка. Так, запись уровня, да, со звуком у нас все прекрасно. Опять, возможно, будут какие-то изменения, не знаю, может быть, что-то пойдет не так, может быть, все будет ок. Я тут помудрил, у меня на главном жестком диске на C, он у меня всего на 128 гигабайт, SSD-шка. На нем у меня, естественно, система вся установлена, вся винда. Винда у меня лицензия, она у меня уже на протяжении там около 5 лет, наверное. Десятка. И подумываю, надо будет потом купить SSD-шку где-нибудь на 500 гигабайт. Надо где-то найти 3000, ну примерно 3000, не знаю. Вот, и там уже всем этим заниматься. В прошлой серии мы с тобой... Да, мы с тобой закончили. Закончили, я потом еще перепроходил, чтобы получить монетки. Кстати, монетки, да. Давай сохраним. Монетки. Мы же монетки получили. А, и жду, главное. Когда все выйдет. Ладно. Выйти, вот.
Надо посмотреть, что нам эти монетки вообще дают. Ага. Во-первых, музыку. Хорошо. Можно посмотреть. Во-вторых, это... А, эскиз первого этажа. Это эскизы. Эскизы карт можно посмотреть. Уровень 2, уровень 3. Эскиз одной из картин в игре. Еще один эскиз. Еще их. Эскиз головоломки с вентилятором как раз с часами. А, не с часами, с этими, господи, да. С переключателями. То, что из статьи. Эскиз головоломки с лабиринтом. Эскиз Сэма. Угу. Как-то вот так. Вторая глава у нас, естественно, закрыта, потому что нужно во второй. Ну, короче, не сильно обязательно все собирать, все монетки. Хорошо, мы это увидели, узнали, поняли. На это сильно прям время тратить не будем. Мы же как бы тратили, правильно? Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Мы, по-моему, вот в эту комнату стучались. Нас тут по голове ударили. Да, что-то слышно. Сейчас будет скример. Крутой скример. Я, кстати, второй раз проходил, я тоже здесь дернулся. Настолько я впечатлительный. Я причем знал, готовился такой, но... Оп. А сейчас уже понимаю, что нет. Уже не дергаешься, уже все. Так, вот как раз глава 2. Отлично. Эпизод 2. Надо нажимать что-нибудь или он сам? Сам. Я уже не знаю, это настолько долго. А что есть, друг? Это наш друг, да? Из мешка. Так, ну вот, вот у нас начало. Сейчас мы проверим. Звук тоже здесь нормально все выставлено. Опять темно, все плохо видно, но как есть. А, ну вот, смотри, тут нормально вроде. Монетки будем замечать, будем собирать. Надо просто учитывать, что... Вот не знаю, если монетка где-то вот здесь вот находится, ну... Я ее не вижу. Так, надо мышка что-то почистить. Так, вроде получше. Опачки. А почему? Выйти нам не дадут, да, это те. А, я понял. Окей, у нас есть дверь, есть какой-то подвал. Угу. Ну, подойти это я подойду, да, к двери, ага. Я просто подойду к двери. Ну, ну ладно, пойдемте в дверь, потом в подвал. Вначале давайте здесь все подизучим, посмотрим. Так, во-первых, давай посмотрим, что у нас тут по... А, инвентаря у нас пока нет, все, я понял, посмотреть мы не можем. Пока мы хотя бы что-то не получим, да? Ну, тут ничего примечательного. Так, что за бред пошел? А, это еще одна дверь. Я понял. Вот иногда здесь ориентиры просто кобзда какие-то. Заперто, не удивительно. Тут какое-то устройство, да, надо какой-то код ввести. Угу. Заперто, да. О, картина, можно на картину посмотреть. А, непонятно зачем. Люди без лица. Окей. На то он и хоррор. Проверим дверь. Открывается. Поддается нам. Еще один подвал, да? Еще один подвал, еще одна картина. Что-то зловещая картина уже с ликом каким-то. Давай здесь опустимся, посмотрим, что... Ага, вот, тут что-то есть. Газету, взять газету.
Так, ну давай сразу газету. Тут же 10 монет, нифига себе. Джек Рот, пианист и композитор оркестра «Красная бабочка», был найден мертвым в своем доме в пригороде... Был найден мертвым в своем доме в пригороде Ньюарка в понедельник утром. Офицер полиции Ньюарк Сэнди Герр не смог подтвердить или опровергнуть, что пианист умер при подозрительных обстоятельствах. Оркестр «Красная бабочка» опубликовал официальный отчет там и сокрушенные потери близкого друга и такого блестящего музыканта. Наше глубочайшее соболезнование семье покойного. 49. Ну, видно, 49. Смотреть это только так. Все, я понял. Угу. Композитор 49, да, оркестр. Окейшки, спуститься, ну а что еще делать? Так, это что такое? Это фотоаппарат, да? Давай возьмем. Так, монетка вижу. Конечно, взять аж 10 штук же надо. Ладненько. Тут у нас... Больше ничего, да? Давайте развернемся тогда. А это вот как раз наша лестница. Но тут больше ничего такого. Так, ну давай фотоаппарат. Смотрите. Со смайликом. Тут клоун. Там смайлик. Какой фотоаппарат? А применить? Первый снимок. Прикол. Давай еще раз. Второй снимок. Ну, раз дали, надо, наверное, пользоваться. Давайте залезем. Я надеюсь, тут безграничное количество. Вроде ничего необычного. О! Я пытался сбежать. Таблетки сводят меня с ума. Крепись, чел, крепись. Наверняка здесь что-нибудь с картинами будет, да? Да. 60-44, окей. Это явно код к двери. Это очень предусмотрительно. Здесь ничего. Просто нужно каждую часть фоткать и смотреть. Тут тоже ничего. Это, кстати, удобно. Вот фотоаппарат, это клевая идея. Так, давай вот так сделаем. Тоже ничего. Ни монеток тебе, ничего. Давайте спустимся сюда. Посмотрим, что здесь. Там мы спускались, здесь нет. Сразу же будем фоткать каждый этаж. На всякий пожарный, на всякий случай. Так, не забываем разворачиваться. Ух ты. Угу. Тут вот, как спальное место какое-то, да? А, спальное место, да, очень похоже на спальное место. Еще один подвал. Еще одна монетка, вижу. Это что такое? А, табличка возьмем. Я надеюсь, у нас инвентарь безграничный, заперт. Угу. Так, вот сюда нам пройти нельзя, хотя тут стол и наверняка что-то на столе было бы интересное. Так, и лестница, да, обратно. А с вентилятором что у нас тут? Двери. Двери у нас тут есть, дверь. Окей, больше я тут ничего не вижу, ладно. Так, еще какая-то газетная статья. Ничего, ладно. А, где у нас газетная статья? Смотреть. Популярный пианист Джек Рот умер насильственной смертью, сообщил представитель полиции Нью-Йорка на пресс-конференции понедельником утром. Согласно отчету патологоанатов, он умер от отравления. Он был уже мертв, когда его голову отделили от тела. Сейчас полиция разыскивает его жену, 55-летнего психиатра, которая, вероятно, связана с жуткой кончиной пианиста.
И больше ничего. Так, давайте осмотрим, что за табличка, что там сзади. Ничего. Понятно. Ладненько. Это монетка, осматривать ее не обязательно. Это у нас все есть. Ладно, давайте зайдем. Заперто. Ну, заперто так заперто. Что-то пока никаких скримеров, да? Пока тишина. Ну и хорошо. С одной стороны, знаешь, ты ждешь, как бы вот скример какой-нибудь. А с другой стороны, как бы, а что ждать-то? Вот тоже непонятно, да, для чего вроде бы сделали вот это вот кусок, а зачем, непонятно. Так, хорошо, пойдемте, у нас есть код. У нас есть код, даже можно вот так, я так полагаю, да? Да, 6044, ладно. Так, давайте. Да, открыли дверь. Прекрасно. Взломщик паролей. Есть такое. Давайте развернемся. Сфоткаем. Снится ли мне это? Не знаю, не знаю. Мне точно нет, я точно в игре. Так. А там монетка. Прям видно. И то еле-еле, я не знаю. Это прям не очевидно. О, таблички, отлично. А ключики какие-то, да? Два, у нас там была дверь с двойкой. Не помню где, но было. По-любому надо применить, да, в инвентаре у нас вот это вот. Применить. Вот он сам, кстати, встал куда надо, да? Кнопочка пока не включается. Значит, нам нужна еще одна табличка, я понял. Ну, пока по ощущениям больше что-то детективное, чем что-то страшное. Я бы даже больше так его назвал, что-то вот такое. Видно, из скримеров здесь максимум, что будет, это просто появляться какие-то вещи такие легкие, резкие, скажем так. Больше, видимо, ничего. Так, это мы вышли, да, это мы сзади развернулись, тут закрыто, спускаемся. А, подожди, да, по-моему, здесь два как раз было. Да, вон она. Вот, у нас теперь есть ключик. Можно, кстати, осмотреть на всякий случай. Ничего. Отлично. Применить. Да, вот эти обозначения мне нравятся, что там кровь на замке, ты берешь, и ключик у тебя тоже с кровью. Так, ну вроде ничего такого. Ничего такого. Давайте развернемся, посмотрим. Тоже вроде ничего такого. Показалось, что монетка похожа на монетку, но нет. Так, тут вроде прям вообще ничего, да? Подожди, подожди. Да, тут только разворот назад. Показалось, что еще стрелка влево была. Так, еще бумажки какие-то. Еще одна дверь. Давай к столу тогда. Так, ну что у нас тут, взять какие-то карточки. Это что? Добро пожаловать в Ньюарк, Нью-Джерси. Угу. Монетка. Угу. Так, ну, давай еще раз сфоткаем. Черви, черви. Это прям страх должен нагонять на нас какой-то. Так, если мы развернемся. Ага, мы как бы не разворачиваемся, а делаем шаг назад, я понял. Здесь тоже ничего. Открыто. Открыто, это хорошо. Так, давайте посмотрим, что вот это такое. То есть это какие-то подсказки, где-то какие-то схроны, что ли? Ну-ка, осмотреть. А может быть, куда что нужно расположить? Сейчас посмотрим.
Так. Оп. Взять. Не, не похоже. Тут палет, видишь? Это палет. Я же работаю со складом. Так, у него сделано вот так вот брусочки. А здесь у нас вот так брусочки. Значит, это точно не с этим связано никак комната. Вот тут даже как будто монетку обозначили. Но нет, это не монетка. Ну, какие-то, видно, схроны. Сейчас посмотрим. Давай на пульт управления посмотрим, что это вообще такое. О! Я понял. Тут порядок надо угадать. Ага. Что случилось с другой стороны? Ой, что-то не хочется на другую сторону смотреть. Давай еще раз сфоткаем. Ничего. Ладно. Что случилось с другой стороны? Может, с другой стороны имелось в виду сзади? Так, у нас вот это место есть. Нет, у нас предыдущая комната есть. С другой стороны, наверное, вон там что-то случилось. За решеткой. Видимо. Ладно, пойдем. Пойдем назад, посмотрим, что у нас там. Так, вот нам указали, что что-то вот здесь типа есть. Гвоздь. Взять гвоздь. Хорошо. Так, с вентилятором у нас ничего. Вот это место. Это что за место? Ничего похожего, да? Да, ничего похожего. Залезаем обратно. Гвоздь. Вон, вроде на картина нас с гвоздем. Можно там было попробовать вытащить. Зачем мне гвоздь? А, кстати, вот. Монетка. Во-первых. А как так встать, чтобы это... Вот же полка, да? Нет, это не она. Ладно, пойдем вперед, нам все равно пока... Делать особо нечего. Ну, еще где-то спуститься надо точно. Решетка, стол. Осталась решетка, стол. Спуск и какая-то дверь с полкой. Кстати... Вроде бы коробка, да? Чё бы не заглянуть в нее, а нет. Саша считает, что не надо. Нет, это не похоже ни на что. О, открылось. Ах, ну это не страшно. Это вообще не страшно. Давайте сфоткаем. А он все еще вниз смотрит по фото. Это не страшно, нет. Ну-ка, а там что мы еще забыли? Пропустили. Ой. Неудобно. Но это не страшно было. Это даже не неожиданно. Уже как-то ожидаешь. Так. Нет. Это мы тупо вернемся, да, значит? Это код. Ладно, пойдем. Пойдем вниз, спустимся. Мне не страшно, чувак. Еще монетка, кстати. Хотя, по-моему, брали здесь. Может, я просто не взял. Ладно. Так, вот у нас решетки, да?
Но без стола. А кстати... А вот это уже да, вот. Еще гвоздь взять. Второе место готово. Давай залезем, так. Подожди, а где еще тогда? Постой. Так, ну это просто реагирует. Больше тут ничего, по сути. А, во! Вот что открылось. Взять. Три. Была ли у нас дверь с тройкой? Так, ну тут разворачиваемся, уходим. Три. Пойдем сюда. Я не помню, просто здесь было или не было. Тут только двойка. И вот эта комната. Ну, это вот как раз с той стороны, да? Да. Здесь, я так понимаю, больше ничего такого нету. Ладненько. Кстати. Не, не похоже. То есть у нас раз 100%, два 100%. Возможно, вот это я пока не понял, но, по-моему, нет. По-моему, нифига нет. Короче, нам еще, по идее, два гвоздя надо. Ладно. Залезаем. Пойдем в ту комнату. Вот в эту. Угу. А вот как бы и все. Это просто внизу. С пультом управления. Три. Вот тебе на. Нет. Казалось, что где-то было что-то типа подвального помещения, еще одного закрытого, но что-то... Так, давай еще раз спустимся. Надо понять. Развернемся. Здесь только... Вот. Вот три, отлично. Я же помню. Применить. Так, сколько у нас? 25 минут. Спускаемся. Вот еще одна полка. Это, наверное, просто надо подойти. Так, что у нас тут? Что-нибудь есть? Валяется. Картина интересная, кстати. Я умираю. Понятно. Печаль. Так, давай развернемся, посмотрим. А, пожалуйста, помогите мне. Получено достижение «Скрытый текст». Так, лестница у нас... Нет, там только стол остался и вот это, вот это и вот это. Ага. Непонятный разворот. Возможно, здесь будет какой-то скример. Не знаю. Пока не видно ничего такого. Так, ну давай подойдем. Вот здесь где-то должно быть, да, вот.
Да, взять еще один 16.36. Монетка. Так, ну тут пока ничего, да. 16.36. Попробовать сразу. Шесть, три, шесть, один. Нет. Ладно, 16.36, окей. Значит, ничего не остается, как идти сюда. Ух. Какой-то ящик. Фото можно подойти. Давай к ящику вначале. А может здесь 16.36? Нет. 55? Нет, пока нет. Никаких паролей, ничего, ладно. А если развернуться, что у нас здесь? Ух ты, красота какая. О, смотрит на нас. Через фото. Так, ладно. Пойдем сюда. О! Ух ты. И чё? Как бы... Вот проход, чё бы не заглянуть туда, нет? А зачем? Остается решетку найти. Стол с решеткой. Просто открылась и непонятно для чего. Какое-то свечение. Но это может от фотоаппарата вспышка. Так, ладно, кодов у нас нету больше никаких, да? Ох, начинается. Может, еще раз попробовать? Запер. Ладно, может быть, что-то у нас произошло сзади. Пятьдесят пять. Но пока с решетками я ничего не вижу. О, может быть. Не, я думал, может быть, здесь. Типа на дверце будет. Может, тут газета какая-нибудь? Нет. Пойдем пока наверх. Еще гвозди непонятно зачем. Но у нас не все гвозди. Назад пока ничего, да? Вообще ничего. Честно, пока даже не представляю, зачем нам гвозди. А это сразу на ту дверь, да? Давай еще раз здесь спустимся, посмотрим.
так сказать, убедимся. Вон сколько гвоздей, чего не взять здесь гвоздь. Так вот, должен быть стол с решеткой. Тут стола с решеткой нету явно. Ладно, пойдем наверх. Ну, пока нету скримеров. Прям вот вообще что-то как-то... тухловато, я бы сказал. А все получается тупик. Потому что решеток тут нигде нету больше. Давай посмотрим по инвентарю, что у нас есть. 49. We are truly heartbroken at the loss of a close friend and a great musician. We send our deepest condolences to his family. А тут 55, да? Ой. Какой примените, смотрите. Может их соединить? The autopsy report stated that he had died of poisoning. He was already dead when his head was removed from the body. Police are now searching for his wife. Ну, пока только 49 и 55. Все, что у меня в голову приходит. Пойдем. Ой, вспомним, где это еще? Так, ну точно не тут, надо в начало вернуться явно. Как сложно. Пятьдесят пять, 49. Нет. Тоже, наверное, нет. Заперто. Так, давай 16:36. Сделаем вот так вот. 49:55 плюс 16:36. 6:5:9:1 получается. Нет, тогда 49:55 минус 16:36. 33:19. Ну давайте, нужно найти еще что-то в этой комнате. Что-то в этой комнате. Так, тут проход только назад посмотреть. Нет.
Ах, ну это комната, ладно, это вот это. Ну не бумажку же забрать, нет? Это меня сюда вывозит. Что-то найти тут. Ничего нету. Бред что-то какой-то. А здесь что скажет? Назад, типа. Я ничего не вижу. Чё в этой комнате? Ну-ка, может, так я что-нибудь увижу? Нет? Нет. Коробкам он не хочет смотреть. Я не знаю. Все, тупик. Тупик карьерной лестницы, я не знаю. Ну тогда... Тогда получается с тобой до следующей серии сделаем сохранение. И в следующий раз просто отсюда начнем. Я посмотрю в интернете, потому что, ну не знаю, может быть, я еще похожу, поброжу один. Но о чем мне скажет? Вот я сейчас выйду, он мне скажет: возвращайся, правильно? Да, он конкретно прямо сюда указывает. А здесь именно я что-то должен найти. Вот тут стул странно стоит, но... Под ним ничего. Из подсказок мне тоже... Как бы, ну, пианист. Ну, вот стола здесь нету. Гвоздик я нашел и так. Можно осмотреть гвоздик. Ну тут код вот есть, но он мне ничего не дает. Заперто. Были бы тут еще где-нибудь цифры. Ну вот 16:36, все. Разные комбинации: 6-3-6-1, сложить 55-49, это мы все пробовали. Ну, не знаю. Ну-ка. 49 104. Плюс 15:36. 17:40. Стрелка сюда указывает. Не знаю, короче, я тупой. Все, что я могу сказать. Я не знаю, что тут делать. Ладно, тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на Discord, на Boosty, на группу ВКонтакте, Стасенчик ТВ. Всем удачи, всем пока-пока.